Добрый день, друзья! Приветствую вас в библиотеке Добролюбова. А это значит, что мы сегодня опять поговорим о правильности произношения слов. И сегодня у нас про сладкое. Посмотрите, какой красивый торт. А какой этот? А вот этот? Ну, просто произведение искусств. А сейчас, пожалуйста, произнесите эту фразу вслух. Я очень верю, что вы произнесли слово «торты» правильно, с ударением на букву «о». Именно так произносится это слово. Торты. Чтобы запомнить и не делать ошибок, обращаемся к нашим фразам-подсказкам. В музее натюрморты, на них цветы и торты. Если сложно запомнить всю фразу, запомните слово натюрморты. Натюрморты – торты. Не делаем ошибок и до встречи в библиотеке.